Система распределения теплоносителя по горизонтали предполагает реконструкцию сетей централизованного теплоснабжения. Данная система начинается от индивидуального теплового пункта и продолжается узлами распределения тепла и горячей воды. Узлы распределения установлены на площадках подъезда. Преимущество данной системы отопления – индивидуальный учет расхода тепла, независимость от соседей, возможность по необходимости регулировать потребление тепловой энергии, тепловой комфорт, постоянная подача горячей воды в квартире, отсутствие платежей за обслуживание системы отопления и оборудования, а степень загрязнения окружающей среды минимальна. В тех домах, где вертикальная система была заменена на горизонтальную, потребители получили суммы в счетах в среднем на 35% меньше. Чтобы воспользоваться преимуществами модернизации системы отопления за счет поставщика тепла в рамках проекта модернизации системы централизованного теплоснабжения БЭЛЦ, необходимо подать коллективную заявку в центральном офисе ЧЭТ-Норд. Расходы на проектирование, установку инженерной системы и индивидуальных счетчиков берет на себя ЧЭТ-Норд. Потребители оплачивают только инженерные работы в своих квартирах. Более подробно об этом вы можете узнать, позвонив по номеру телефона 0231 91 30.